Парни, привет. Вот такое вот пивко, Пятый океан. Я не знаю, возможно, это тот Пятый океан, который в баклажках разливное. Может быть, это оно и есть, не знаю. Точно, вот, мне не сказали в магазине о том, что оно ли это или нет. Вот, но, в общем, в данном случае это Пятый океан 6,2 оборота градуса. Вот, пробуем. Темное оно, походу. Опа. Пробуем. Что оно из себя представляет? Хотя по виду светлое вроде. Ну, короче, Пятый океан пиво называется. Ну, Five Ocean. Ну, Five Ocean, ну, как я полагаю, что это тот бренд, который Пятый океан делает. Разливное. Ну, видно только в бутылку. Попробуем. Сейчас пенка осядет. Вот. А так, ну как, что, всем пиво, всем респект. Пейте пиво. Только хорошее. Много плохого пива производится. Потому что очень, ну как сказать, это самое. Производители очень, как бы, нечестные, так сказать. А вот это вот вполне. Вот. Стоит оно где-то в районе 60 рублей. Ну, чуть больше 60 рублей. Вот. И в одном месте я только вот такое увидел. Вот решил попробовать. 6,2 вольма. Ух, чудо-мед. Попробуем. Ваше здоровье. Не берите такое пиво. Не берите. У него привкус такой какой-то. Он вроде типа как-то пивной такой какой-то. Но он не пивной, он какой-то, блин, не знаю. Какой-то он отдает какой-то хренью. Ну, не знаю, не знаю. Вот я пивной алкоголик, блин, но вот для меня это невкусно, так скажу. Не советую. Так что Пятый океан разливной, если это тот Пятый океан, ну, один бренд делает, то, может быть, как-то там считается. Но разливной в любом случае лучше.